здесь у нас находятся газоанализаторы, вот принцип работы. Или СО, группа азотов, озон, и это газера, и хариба, и газера, это формальдегид. Здесь вот у нас программа, все показатели, пыль и химия. Прибор есть у нас, определяет радиацию в воздухе, доза в воздухе и доза от земли. Вот, в принципе, все мы потом регистрируем, сохраняем и уже оформляем документально. А скажите, уже измерили? Нет, это, значит, замер проводится в течение 30 минут. По истечению мы уже сохраняем все это. Это принцип, вот это так вот кратко принцип работы. А на каких точках вы сегодня будете в городе? Сегодня три точки. Первая – это Майдан Перемоги, и дальше у нас представители уже нам скажут под факелом, куда нам ехать. Хорошо, спасибо.